слышали призыв сирены. Может, кластер кто подойдет. Скелт еще в агримаре. Блять, вы его что не засунули? Я ж номер десун дал. Тыкать. Дайте ему баф, вару, каску, кулак. Лапу еще дайте, у меня нету рига. Не могу купить. Все забываю. И каску ему еще дайте. БДК ты первый ловишь, потом попал, прожимаешь БЗ и таунтишь только потом босса. И РНЖу, пожалуйста, РДшники возьмите, в лужах не стойте. Вы можете бить. И тихо, хорошо, ДК. Берешь стак, если берешь с этого, с ДК. Попал, забирай босса. Дайте ёпст боб. Кто-нибудь из паладинов. Дал бы. А что на меня сейчас был? Служба, где-то я встан. Так, даю СС Войду. Войд станешь. Давай, вставай, БДК, свой дом будете танчить правую, а БДК левую. Или тигеру и будем бить левую, ой, правую. Все, давай тигеру. И опять РДЖ возьмите, РДДшники. Чтоб зеленый дебаф не на всех повесился. Только на пару человек. Забирай вейт. Да, беги зеленым баф. Ой, желтым дебафом беги. Он ивент. Гимноману скупайте. Смотрите, скупай гимноману пока что. Дайте гимна хп, гимна хп, дайте гимна хп, дайте гимна хп, гимна хп, гимна хп, гимна хп. Это снобль читер, что ли, или что это за хуйня? Кто знает, это заберите, пожалуйста, босса, босса. Хуя, он охуевший. Смотри, прыгает как. Идти на полный БДК. Снобль, блядь. Он фидер заебал. Надо корни на него кидать. Для того и заберет босса. На полного вайда дадите. И тут РНЖ тоже возьмите. Оп, попер. Чуть не сбух. Что-то ДПС у нас не очень. Но это да, поэтому будем все делать сейчас по тактике. ДЦ щитой сейчас РДД зону. Сейчас вас откинет, вы бежите на босса, на ком рывок будет, а не в сторону. Просто тупо на него. Я, кстати, как-то пробовал бежать, и он, блядь, меня сломшотил. Ну вот, видишь? И помогло, походу. Это глупая тактика. Она как-то
год назад еще действовало, сейчас что-то вообще на корево действует. Бывает помогает, бывает нет. Вот десятки она вроде помогает, когда бежишь на босса. 25-ки не особо. Да просто в десятке дамаг меньше. Так, отбегайте, пожалуйста, по сторонам. У нас уже дофига людей упало. Это вообще как ты сдох? В сторону убегайте. Ебать колотить. ДСДК. Шаман больше цепухой косты. Дети из Ливаина. Блять, я ему кинул тоже. Давай серьезно хил. О, давайте бейте. Поднимите потом баф павших и босса не запускайте. Мне надо дом включить. Ляма. Все чудовища повержены. Че, этот Фурика, да, пока? Что-что? Фурика пока, да. Подожди, а где ты он? Ладно. Сейчас это домут. Все рольте. У кого там аддон включен солом, кините. Сейчас кидайте. Или скажите, кто там победил. Ну, кого-то ивенты делали. Кто победил? Ивент? Сала-сала, я ивент. Ну. Не надо заходить на попало, у нас есть кому скрепиться. На. Кошерно. Давайте тоже все. Кто там победил? Кто? Секир? Да нет. Блин, вольно выйдет, сейчас я тебе дам. Кирити вроде. Не, пуля на вылет. Да, 89. Давайте, трофей. Красотуля? А, нет. А, Аминель? Не. 97. Сейчас отдам. Это надо кому? Вот забирай себе все, там кому надо скажите. Давай, очень долго будет. Так, вот инвент. Отдаю инвенту. Долго будет, но разрол. Даю локу. Там по-любому два тела поискать. Хотя бы одно. Это надо кому? Цедли спрекка, если надо. Попало. Какой сет для нон-кокер? А, бля, у нас же точно. Это фершблат. У тебя есть попало? Гефестин, точно. У тебя есть. Ну давай его это лучше здесь потанчишь. Я что-то боюсь здесь гефестин оставлять в танке. Там кто-то предлагал протопалом. Да, я сейчас доберу. Сука, я тут 20к дам, нахуй надо. Гефестин 6к ДПС дает. Но он не затанчит так хорошо, как ты. Хотя может быть. Там же это, два моба, блядь. Вулкан лужу дал, сакру дал и пиздец. По-моему, этот хавкер зашел. Наконец-то. Дайте локи шкаф, засамоните его.
Ну что там, где? Бери, мороз. Что? Ну, где напиши, чтобы кто-то нашел, может, кто-то. Я написал, блин, я ж писал не один раз. Сейчас снова напишу. Бля, что за рейды вообще на этом деле? Какие-то вообще непонятно. То лохается, то еще что-то. Вон хавки раз засмотрите. Так, давайте пока баф. Это Гефестион, спекайся, попало. Потанешь четвершак, будешь его вести мельзону. Так, во, я нашел этого вара. Первый раз хотел с нами пойти. Пускай идет. Давайте его тоже засуманим. Сейчас он появится. Еще один человек давайте. Давайте речь на свои бафы. Каски, пауки и так далее. Сейчас великий чернокнижник Вильфред Непопамс призовет... Я могу ховер ЦГП за это дать. В общем, маги воруете стаки, ШП помогаете. Все бьют порталы и вулканы, исключительно БДК. А усиление иронического оружия, пожалуйста, не прожимай, оставляй его на вулкан. Как вулкан появится, прожимаешь его и вызываешь войска. Ханты напулите сейчас сначала на ДК, если пишешь Мэрон, тоже помогай напуливать на него. И все заливают вулкан, абсолютно все. Можете тут даже гир дать пофигу. Тут много людей попадало. У нас тем более и так ДПС слабенький. Каску Локу дайте. Гефестиум дай каску Локу. А, еще чуть не забыл. Как вулкан появится, сначала здесь полетите стаки маги. И шипешки. Потом уже только можете перемещаться в этот вулкан. И паладин попал. Оставляй свою священную жертву тоже. На вулкан, я скажу, куда ее прожимать. Увижу миликов в Форталис, можете забыть о луте. Ой, точнее, увижу, как увижу миликов, появится портал, и вы будете бить босса, я вам лут не отдам. Косты БДК тоже сбивай, пожалуйста. Сейчас скоро портал появится. Вон портал заливать. И еще хилы. Я там вижу, стоите возле портала. Там как вулкан появится, встаньте в другое место лучше. Там АОЕ пойдет очень сильно, и вас не захилит. Воу-воу-воу. Что это было? Их вообще дисполет там. Так, ладно. Я сейчас поднимаю Ферзблада. Юин, поднимайся лишь на рану. Ферзблад, ты встаешь? Да. Хильте пока пули на вылет. Пока я бегу. Сейчас скоро вулканов появится, все его заливаем. Абсолютно все. Не дай бог миников увижу под босс. Блин, паны. Сначала стаки не забудьте спалить. Вот вулкан, бейте его, геру дайте. Я не хочу тут упасть. Бейте вулкан. Прожимаю священную жертву. Гим на хп дай. ШП гим на хп любой. И доливайте этот решак. Ладно. Чего видите? Заливаю ману секирки. Знаете, ману. Пока хватит. Я залил. Ну ладно.
Отчили мага. Блин, маг на другой стороне сейчас. А вот все, эти. Бля, куда ты, маг, бежишь? Разглад 2 был. Забыл одну включить, ладно. ДК хилим. Эти боссы, босса. Не надо картла убить. Ну чё, выкусили там хавкеры, анкокеры. Короче, пушение, да ладно. Отлично. Так. К счастью, вы победили демона. И теперь вас ждет новый противник. Хочу утешение ролить. Так, смотри. Ой. Чё? Так. Я и ПГП смотри. Так, получается, отдаем Юпперсу. Шаману. Нет, мне не надо. Тогда следующий идет я, получается. О, ГЦ меня. Блю, утешение. Я думал, у меня Пеппер выше Пеппер, оказывается, я выше. Ну, конечно, за ГП. Вы что думали, за ролл? Так, 351, да? Вроде бы да. Наконец-то сниму свою болгарскую трени с интеллектом СПД. Так. Давайте. Не-не-не. А хотя за сколько? За 5к. Не, за 20 тысяч отдам. Ну ничего себе. Давай за 5к. Так, Виваз 98. Что, нихуя себе, не надо на что-то жить. Давай половину, не наглей. Ладно, тогда давайте 50к и половина 25к. Так, Виваз. Виваз, Виваз. Я сейчас себе заролю и продам. Тебе она не нужна. Что? Серьезный хил. 97, сейчас тебе отдам, вот. Да что мне она саму нужна? Я хожу с такой унылой трени, что сама с этим. Да-да, сам там уже один. Нет, блин. Не-не-не, я ее даже одену, вот увидите. Сумки видел, у него 4 утешения. Да. Сейчас отдам. Анкогер, тебе что, надо арбалет? Вивас, отдаю. Арбалет на БДК бисовый, кстати. Ну, отдай ее, пускай, эти ноги на Анкогера, пускай забирает их. Так, где там наш... А вот он, поясни. Это лок, отойди, пожалуйста. Здесь лок. Так, где-то трени надо видеть. Ну, бля. Запусти этих пидоров хотя бы. Я просто боюсь лока, мало ли он не заметит, его побежит куда-нибудь. Стоит, это бисовая, не надо мне. С ума сошел. Часы бисовые. Да, Лергус стоит. Сейчас сагрит босса. Часы сагрит, я думал. Зачем тебе это? Да какие часы нихай? А что мне твой дух? Мне маны всегда хватает. Они в дырку с собой не садусь. А для чего еще дух? Там СПД гораздо больше духа. Да? Там СПД будет больше лов. Хорошо. Да будет так. Сражайтесь с честью. Нахуй. Да я видел. Сейчас я его одену. Во имя вашего короля. И теперь на редру одел, блядь, катушку лов вообще. Не знаю, не знаю. Это просто омоложение, забыли рост. Так, ладно. Они же не критуют, тебе этот крит не нужен. Нужен, я обычно восстановление хилю, когда чешка. Включай чешку. Ну, это понятно, да. Что чешка. Ладно, давайте сначала убьем чемпионов. Ёпс. Блять, я ее не менял даже.
Доволен? О, нормально, красава. Так, а это ёпс, твоя звезда. Войд. Твой кружочек. А, и все, вы. Тут, походу, мелька больше нет. Так, а где наш Рого? Что, неужто его нет? А вот есть. Все-таки паскуда. Так, Гефестиум, Ромик на себя возьмешь. Так, по диспелам. Мырки-фырки, ты здесь? Вот, будешь диспелить массово. И. Ну, пускай серьезный хил диспелит точно. Легус. Я буду так называть. Ты здесь, Лок? Ёп. Ты что, да? Легус, стой на месте, блядь, сейчас не двигайся. Да, это ты если что не двигайся. Ну ладно. Главное, что не в ту сторону побежал. Ладно, тогда не будем его ставить. Это Ягер. Изгнание покидаешь, хорошо? Друида, полумесяца. Я боюсь его ставить. Хорошо. Так. Дальше идут у нас ДК. Анкокер. Я сейчас поставлю. Сейчас, если что, милики будут спадать метки. Так что запоминайте свои цели. Где наш товарищ Лок стоит? А вот он. А нет, это Мак. Сука. А вот он. Все нашел. Нет, это Фриз. Где Лок? Сука, не заебали Фриз. Ну, справа, в общем, вот звезда. Да, я уже нашел его. Это Анкокер в центре, тянешь звезду. А второй ДК, ты стоишь на месте, где мы сейчас стоим. Ты уже потянешь сюда, хорошо? И так будете всех тянуть. Дайте фулбафы, дороги. Дайте фулбафы. И не надо бегать к этим миликам. Стойте вот здесь на месте и все, и домашний. Бежит, пофигу. ДК потом снова к вам подтянут. Маги тоже их замораживайте. А вар тоже, пожалуйста, кидайте, особенно хиланферы. Если к вам кто-то бежит, кто-то бьет, тоже там шипешки кидайте свои эфиры. И диспелить не забывайте. И ставьте своих петов, локи тоже на диспел. Дайте фугу. В общем, кого первого заливаем в звезду, потом будем заливать кружочек ханта. И потом будем заливать мага. Ромбик. Все. Потом я дальше буду ставить метки. Каску и кулак пороги. Каску, Гефестиум, дай, пожалуйста. Сейчас никто не идет. Я опять напоминаю, что сейчас ДКшники сами потянут этих людей. Дай ты каску повара. Хил сотни. Тоже. Бля, Гефестиум, ты дашь с ним каски? То я, бля, я объяснял, что тебе похоть. Там был еще один ступовый пал. Я не помню, какой у него там был ник, я его кикнул. Ты вместе с ним должен был бахать каски. Сейчас ты у нас один. Разбафай каски, Гефестиум. Пофиг, бафни кулак роги. Да, ты бафай сейчас кулаки. И крик на хп дадите еще. Стоим на месте, не двигаемся. РДшники снова чек. Там тусоваться могут только хилы, чтобы захиливать танков. Маркиферки, ты здесь? Каску еще дайте ему. Алло, ну дайте ей каску. Гефестиум, дайте звезде, блядь. Вот тебе череп. О, наконец-то, все, танки, идите. Сейчас только танки идут, а мы стоим. Давайте, ДКшники, тоже летите там. Тяните звезду. Тяните звезду. Вот тяните звезду. Давай, следующий ДК, тяни звезду. Вот, заморозьте его, чтоб не бегал. Ты объяснял, ДКшник, не надо туда бегать. Аж потом подохните. Вот Шакула уже побежал. На Ягера. Вот что вы там делаете? 5 раз сказал, не бежать туда, вы все равно бежите. Дай себе его забирать. А, опачки, бля, у нас еще и РПАЛ. Это заберите кто-нибудь, милики, там, любой ДК. Боя ДК возьмите, пожалуйста, его. Я, кстати, его не заметил. Друга, пожалуйста, возьмите. Бля, столько миликов.
Давайте уже добивайте этого Антара звезду. Добивайте, сейчас будем потом рогу бить. Пока он всех не повырезал. Залейте этого ромбик. Ромбик залейте пока еще. Он бегает, залейте его. Блин, не пиздец. Еще и ДК. Парни, дайте туда страх, паладина, точечный стан, локи расферяйте, здесь два лока, ни одного страха. Тупаешь, что ли? Давайте, ромбик, оружие тоже, кстати, вары, снимайте им. Оружие снимайте им. Потом рогу будем заливать. Поставлю на него звезду. Рогу заливать, диспель сейчас по бабу. ШП, подведите, дайте страх. Массовый. Что там на ману? Их там может на КД. На ману. Им на ману дайте. Добивайте уже этот ромбик. И бейте звезду. Это все, кстати, благодаря вам, РДшники, эти милики все почти побежали. Потому что не можете постоять. Вливайте уже эту звезду. Еще один туда страх, блядь, ШП, вары. Ну что беги, же, малышка, беги! Так, звезду. А, еще не убили. Добивайте звезду. Где просто был сейчас? Пейте кружочек. Ханта заливайте. Блять, меня этот рыб заебал. Потом полумесяц будем заливать. Диспель-то с кружочка. Диспель. Да, но я, конечно, заслакаться с этим паладином. Ясно. Диспал, диспалал. Потом полумесяц бейте. Полумесяц стоит возле вас, бейте его, милки. Ну не надо тянуть его. Хотя, ладно. От милика подальше. Бейте потом самого. Сейчас поставлю на него кружочек, заливайте. Шакула, забирайся там танки. Нормально, да, там? Заливайте там ДКшника, заливайте всех. А, он еще и маг. Можете мага пока слить. Сейчас глыбу готовьте диспалить. Да, вы забрали мою игрушку, блядь. Все, можем 2 милика заливать. Оружие только им снимайте. Не, потом похоже. Заебись,
Паладины, не бейте печати мудрости. Кто там мудростью хуярит? Ну это желтую печать паладина, если что, убирайте и ставьте там либо красную, либо синюю. А лучше синюю ставьте. Так, трофей. Вижу пока 11.9 скетч. Вар сотку кинул. Где? Вот сотка, да. Будет. На. Так, Ховар победил, да? Андрей ему. Чё тут в ДД? Да, можешь в ДД спекнуться. Это Локи сейчас Легус кидай СС на Йобст, а Ягер кидай СС на Гефестиума. Потому что мало ли они ещё отвалится, не захилит. Это надо кому? Рудак. Так, держи. Надо кому эти зап? Надо подождать. Отдам тебе потом ЮНТ. Ну, значит, я тебе дам. Так, пока чек на бафы на готовность. Там кто не ДПСик меняет вообще? Кто не ДПСик меняет? Ребят, кто тоже? Ну, если оно нужен, 50%. Маленький ДПС нихуя не делает. Сразу заменить пошлёшься. Как чалец. Но этого можно убить. Давайте все тёмненько взяли. Гефестиум, возьми белую. Это Гефестиум. Ты начинаешь. Если что не стаунта, а стрелки, таун ты оставляешь. Бежишь, кидаешь с левому тарелку и все. Так, последний чек по поводу до смены цвета я сказал. Поставь какую-нибудь мяточку. Что ты? Слушай, он, наверное, не удержит, так может ханты на него напулят. Возьму эту тоже белую, напулят, возьму потом черную. Ну, хакер, возьми тогда, ты белую. Понапуливай на этого паладина. Взял хавкера, если не вижу. Да, он игрока может. ЮНТ, давай ты тогда возьмешь, напуливай на попало. Ну, что, ЮНТ здесь нет? Сука. Го, целка уже сейчас надо, ебать. ЮНТ, ты здесь? Да я знаю, что целка надо ж. Ладно, хуй с ним. Ладно, все готовы, танки полетели. Во имя темного повелителя, во имя короля Лича, вы умрете. Чити танк. Мана, давай сюда. По ману. Вэт, ты чё там хилишь? Дядь, это меня цвет. За слаком. Пусть бабах. Молодец.
Отдаю чашку. Скоро еще одна спецспособность. Меняйте, меняйте, все абсолютно меняйте. Кроме паладина, попал-то не меняешь. Кстати, я, блядь, я себя забыл. Подними меня, пожалуйста, и этот, как его, ивент. Так, где? Давайте все. Так, отдаю персон. На. Кому что надо будет, скажите. Бля. Ты все еще сомневаешься в могуществе Орды, паладин? Мы примем любой вызов. Я ж тебе и отдал, по-моему. А, я тебе дам эту сферу. Давайте. Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашный герой Серебряного авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели Ледяной Короны и разнесем в клочья остатки. Дашь его вазу. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Будет тебе так. Сколько себе понесу? Так. Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Души твоих павших чемпионов будут принадлежать. Сейчас я дам запястье. Это Легус. У тебя есть еще кто-нибудь? Юнте, кидай мне звезды обмен. Дерево. Блин, у меня совы нет. А есть еще кто? Сейчас, подожди секунду. А чё Варенька вообще из игры ушёл, чешо? X5 он ебашит. Чё там на X5 ебашить? То же самое, целка без трэша только. Это, слышь, хорошее дело. Приста, у тебя есть шип-спек? Кого одевать? Шип-спек есть у тебя? Меня слышно, алё? Да. Есть у тебя? Тебе анковер что дать? Так, я понимаю, у него шипа нет. Ладно, у нас по сути только один вагон. Я думаю, так затащим. Что будем его менять? Ёпс, ты здесь? ДК. ДК, ты тут? Блядь. БДК, алё. Сука. Что, он списал вообще? По-моему, ничего не писал. Это, кстати, Мэрки, кидай мне обмен, я тебе сферу отдам, чуть не забыл. ДК, ты тут? Ягер, ДК. Так, Ягер здесь, ДК. Ты там где? Ой. Не надо здесь капристов, на скилл хватит. Мы ВДК ждем.
Сейчас он задохнется нахуй. Он рыцарь смерти. И чё, рыцари смерти не задыхаются? Неа. Да ну нахуй. БДК, ты здесь? Сука, уёбки, и так имбовые, блядь. Еще не задыхаются, сука. И вот я бы их понерфил, блядь. Я тоже, блядь. Божественная защита на 5 секунд. Я ничего не написал. Сука, прыгайте по нему. Может подойдет. Сука, негодяй. А, это вот, ты здесь соло затанчишь? Соло, блядь, в смысле? Ну да. Босса? Ну, 4 моба. Да ты обкурился, что ли? Ладно, Гефестиум в танке. Вы там сами определились, кто слева, кто справа. Не, ну смотри, если 4 человека контроль дадут, там какой-то паладин, 3 приста, ну, на первую. Да затанчите. То можно. Это Гефестиум, твоя задача, главное, сбивать теневой удар. Все. А что ты хочешь-то? Чтобы паладин танчил, а 8 мобов танчил? 2 моба он держит. Да нет, блядь. Я у тебя спросил, я просто был в ДД спекнул. То есть ты не затанчишь до танка, значит. Ну, если контролить будет, можно пачку одну, чтобы не законтролили 4 моба, а я других 4 потанчил. Да ну нафиг это детский сад. Ну тогда нет, нахуй это надо. Ёпс, ты здесь, блядь, что, куда он свалился? Кто он такой да вообще? Кикай нахуй ему этого пидина. Давай я тебя сейчас спекну, кто-то в танк и зайду на БДК и затанчу босса. Давайте, блядь, найдите танка. Протопал, протовар у кого-то есть? Зайду, затанчу. Алло. Так, этот... Как его? Ёпс. У него кто персонаж в гильдии? Я не знаю. Гильдия вообще. Кикни его, да и все пока хоть составлять. Уже не с нашей гильдии. Кикни его. Так некого пока доиграть. Вы нашли кого-то? Ты протопала, спроси у кого-то. Или про товара. Ребята, есть у кого про товар, либо протопала? Я знаю, что нету ни у ховера, ни у Виваза, ни у этого Херсблада. Место пострашиваю. Пиздят они, да. Он кокер, пусть БДК спекнет, пусть потанчит. 2 моба. Пиздец, да кикайте его, пока из инста будет выходить минуту, все равно, блядь. Пацан шел за тренерами. Короче, Лего, слышишь? Плюс они, пожалуйста, если ты тут. Мне кажется, больше его канус не будет заходить. На кого он зайдет? На друида хила. А что ты мне дал? Ты на кого? Ну мне ж на ДК надо зайти. Кстати, шкаф. Пойдет, Сташка. Тусь, а чё ты друидом стоишь? А, блядь. Кто, Моровин, да, брать? Алло? Да, нет, это не тот. А Калергус это кто, блядь? Кем он зайдет? В игру. Да, он зайдет. А, ну как Ник? Бадун вот этот? Да-да-да. Ну, сумоньте. Сейчас волчат его, Лисану. Ты, блядь, волчат, ник свой лучше скажи. Вкладочка кто такая есть волшебная? Там наводишь 4 буквы, воет, блядь, и я там есть. У меня волчат закрыты сейчас. На, я тебе Лисану. Это засумайте меня БДК, дадите бафы, каску, кулак и все, мне этого хватит. Это РЛ себе оставляю, вот тогда шлот и на шипы. На тебе этого наводчика нахуй.
Отлично, давай. Это дай хоть ассиста или чекни сам там, скажи. Так, обиди никто не хочет, да? Каску, каску дайте, ДК протанешь. Кто каски багал? Дайте каску. Все, давайте чек. 24, пойдем нормально. Прото накинь на него гефестиум на протанешь. Так, Бодун. Сейчас он восполнит ману. Первую пачку, если что, заливаем. Ханты напуливайте там на попало. Помогайте ему. Все, гоу. Вы меня, если что, хилите довольно-таки хорошо, потому что у меня 2 ДД-3 не одета. Слава богу, что танка, что остальное все танка смотрит. Вот лагерь не сорвут. Ой. Первую пачку заливаем. Ее нужно обязательно слить. Теневой, пожалуйста, сбивайте. Знаете, анковирус от истерии пока. Вторую пачку ведете танки под босса, но бейте босса, точечно босса бейте. Надо масса билки кидать. Он у нас и так закопается, мы его успеем потом залить. Бейте ты босса. Только он закопается, пуля наводится, поежгим на ману. Закопается. Вот, и все, и можно сейчас заливать этих мулов. Ховар, давайте, да? Грузень, дайте какой-нибудь. Ну ладно, потом залим туда. Следующую пачку тоже потом под вас подведете. Минус Романдор. Я понял. Это инвит, подними, пожалуйста, Романдор. Дадите ему. Да. Бейте мобов сейчас. И нет, ты поднимешь воина? Да, я уже поднял. Братья? А чё он там в кэш? Не, он встал. Это я понял. Это у меня опять. Походи его, давай кэш. Скорее. Давайте лейте, сейчас босс появится. Сливайте этих жуков. 10 секунд появления босса, доливайте эти бомбы. Секунда. Вылазит. Кукол здесь лучше. Видите эту пачку под босса? Ее заливаем и все, и переводим босса. Вот мана, да, впал? Залей ману, что ману не. Давайте ему бог. Там дальше в стороне танки танчите. Залить секьюрити ману, еще гим на ману. Дайте серьезный хил, дай гим на ману. Пока не поздно. Все, в стороне там танчите. Танков и себе хила на фул. Идите себе хилы на фул. Эй, подумай, вы чё там, вы мобов танчите, алё? Алё, что там происходит? Забирать мобов. Да вы чё, ребят, вы мобов не можете забрать? Просто чё-то не дали. Просто не дали. А, это те мобы, которые не залились, да? Или те, которые вышли? Да, без вас которые вышли. Уничтожили. Как можно было их не затанчить? Да, с гефестием? Ебать колотить. А ты как мог упасть? У тебя, ж... ты, у тебя там дефы есть, ебать колотить. Ёбаный стыд.
Звездец какой-то. Протопалом хотел, он спросил в гильдии. Так ты спроси, у меня ДК не в гильдии. Если есть, пускай заходит. Я там хорошал ходу танк, мне никто не отписал. Олега просил, он не зашел. Пиздец, надо было так, как можно было упасть. Бля, сейчас детали смерти глян. Так он заканчивал трэш на радио, и все. А, я понял. Ай, Гефестим. Ну, бля, ну два моба затанчить, но это уже легче, я не знаю, бля, ну. Как его можно было не затанчить, я этого даже понять не мог. Включи праведное неистовство, Гефестим. Не начинай с тарелки. Там просто лужу можно кинуть, два удара сделать и все, и он на тебе. Че, не профитно в печать повиновения она попала или что? На ламбах тут на эти. Ну и вообще на фото паладина. Ну, правильно Олег говорит. Надо контроль раздать в первой пачке, и на второй пачке будет проще. Да надо мод включить, какой контроль раздавать? Мозги надо включать. Тут два моба не удержать, это уже слишком. Он там Джерри, он сидит, он позови его протопалом. Да блин, у тебя же, блин, у меня опять же, тебе напоминаю, у меня ДК не в гильдии. Как я его вот тебе позову? Есть кто вообще может, блин, есть кто в гильдии, кто может помочь ластовбить, кому КД не жалко? Блять, это такой ужас, я больше не... Ну как больше? Десятку пускай Ефестим ходит, учится танчить. Сюда почти. Ну давай заходи. Хотя у нас, подожди, хотя у нас локов нету, демонов. У него КД, если я не ошибаюсь. Заходи за танк, Гефестим, спекайся в своего ДД. Бля, вам оба не удержать. Но это уже не знаю. А сейчас шпшки контролили, да, скулывание, мне жди. Да не, да зачем контроль, блядь, два моба вот по танке, да потом, если повезет, либо залем, либо еще там вылезет, ну 4 моба. Это что, так сложно взять, ударить, там два раза от силы и все? Там же его никто не заливает. ДПС за лута выйдет мобом. Какой ДПС? Так, блин, мы его что, 5 минут там били сейчас? Трэша было что, 10 штук? Причем здесь сейчас ДПС? Даже до 20. Если всех хилов повырезало. Ну да. Уж трэш контролит и все, если он тачить не умеет, вообще бы. Да вон сейчас Ягер зайдет, поможет. Честь ему ДД будет. Не, я бы тоже за контроль, потому что контроль это охуенная хуйня. Ну там только звездопад не надо давать. Ну где сова есть, не? Да, вот Сави надо сказать, что звездопад не дал. Да ну нахуй, а чё угорает? Ягер, вон, партия кинет. Ну вот. А чё вы взяли кордовую хилу? Ладно, 5 хилов пойдем. Это, Бадун, у тебя есть там сова? Ладно. Тыкайте. Ну и все, что сейчас войд, и ты два танка. Да, два вара. Два танка и как по контролю, да ничего страшного нахуй. Убьем, бля, на изи. Так вы скажите, кто с какой стороны контролит, какой класс. Бля, тогда зачем я Ягера взял танком? Так там еще будет пачка мобов, блядь. 8 мобов нас убьют.
Каких нахуй 8? Сейчас было 4, мы почти босса убили, если так, там... Так, там 20% не было. Да какой, да потому что вы два мамба не удержали, да ёпперсы ты. Нормально. Дайте мне 5, говорю, хилов повырезало, конечно мы не убьем. Бы даже не было этих 4 мобов. Два моба, блять, которые порезали всех хилов. Это ужас, это ужас. Так, засумоньте еще мага. Дайте ему баф. И ягера тоже дайте. Первого пати ягера. Каску еще дайте. Это какой-то капец, я даже такого верста не ожидал. Секьюрити чё-то не хватает. Хавки. Хавки, ты здесь? Ну хер с ним, я пуляю босса. Чего его ждать? Если что, мне не помнишь, надо три не одеть танка скинуть. Ладно. Воу-воу. Это что сейчас было? Блядь. Ягер, ты что делаешь? От босса трэш, заливайте ее. Тупачку, да, нужно слить. Опять у нас кто-то бежит. Ребят, вы можете танчить этих мобов? Ё-моё! Это бля, это ужас. Ебать, сука, два ретрика, блядь, стан не могут дать в олене или чё? Что он сказал? Там паладин, гнев небес, он добивает из него удар. Говорите, если чё, хоть копалом помогу. Так, ДБМ показывает. Давай. Сбейте шарики, а то он сейчас зероется и... Бейте босса бьет. Сейчас, босса бейте. Где шарики рядом, бейте. Да. Вот как я в жопу ставлю, так и ставлю. Босса бейте, больше ДПС, босса давайте. Сейчас бейте ему, бог. Пуля, пуля на вылет, давай гим на ману и ставь тотем, шаман. Зальют тогда. Вон, давайте бейте этих мобов. Вон мобы появились. Дим, бейте трэш. Так, заливайте все. На пулю против на танк. Давайте, давайте, заливайте их. Появление уже будет. Мать, да, я вижу. Следующую пачку тоже под босса видите. Пять мобов, внимание. Пять. Заливайте этих мобов. Ставь их в точку в одну со мной, ягер. Пять, со мной моб один. Заберите его сейчас. Я мука сбил. Всем помогу этих мобов, что ли, слить. Я больше не могу им видеть. Хватит их. Блять, я маленько дружу. Вообще их бьете там? Стопните дамаг, дамаг, стопните, дамаг, стопните. Стопните дамаг. Не бейте его вообще. Бейте этих мобов, всех мобов залейте пока. Бейте вообще босса, босса вообще не трогайте. Петов тоже своих отзывайте. Залейте, чтобы снова не было вайпа. Потом уже переведем его. Отведи подальше, я сейчас переведем, 1%. Треки, готовьтесь. Кас надо будет сбить. Заливайте этих мобов и снова... Этот
Юн, давай, вложим. Уже не. Это пиздец. Это серьезный хил, давай им на ману тоже. Это ужас какой-то, да? Это не ужас, это ДПС маленький. Блять, ты меня задолбал своим ДПСом. Ну как ты не понимаешь, они не могут слить этих мобов. Так а чё, не судьба стан дать или чё? Там станы до того, как они начинают кастовать зарывание, дают столько, что диминишинг на стан, знаешь такое слово? Так а нахуй тут давать, так мне каст. Да? Да. Блять, хули, так не давайте тогда. Вот я, блядь, ретриком беру. Станы надо давать, когда он кастовать так начинает. Босс появится, и переводите босса. Переводите его. Давайте там. Вводите их в сторону. Давайте уже полгода. Не бить ни хитя вообще. Все, дай Void Loot. Начни, пожалуйста, с рецепта сначала, чтобы я мог зайти на дрейд и бейса. Больше ничего не надо. Так, я не победил. Захожу на дрейда. Ой. Так, а Олег тут? Олег. Нет, он не здесь. А лут на ком? А, блядь. Оставь добычу на себя. Пойти, если можно. Подгони конец. Чё подогнать? Конец. Обмен, да? А токены не нужны никому. Ну ролить его. Давай на людей. Блять, не на тот кинул. Пиздец. Корите, вывалите. Завоеватель, вывалите. Чё там? Ты ЕП дал? Сейчас дам. Дай мне РЛ, я сейчас начислю ЕП. А, систем. Так,
500 кп, сейчас одному на 6200 гп. Двести двадцать.